за октябрь месяц лучшим игроком, по мнению болельщиков, признан господин Бетанкурт Майкон. Ну и в течение двух месяцев, хотя в декабре был один матч, признан лучшим футболистом, по мнению болельщиков, Фернандеш, товарищ Фернандеш. Ну и это можно тебе в инстаграму. Ну и надеюсь, что в дальнейшем, в новом сезоне, болельщикам будет очень сложно выбрать лучшего игрока, в связи с тем, что все вы будете великолепно выглядеть, и мы будем решим много-много задач. Так, ну еще что, день рождения? Да, ну, Юрий Павлович. Сейчас, где товарищ? Товарищ с ногой, идет. Сегодня, ребята, сегодня исполнилось 30 лет футболисту нашей команды. Владиславу Игнатьеву. Это на ужасе. Это поменять можно. Специально. Ты можешь поменять ему свет. Так, а теперь работа.